Сейчас мы с Викусей отправляемся в плавание. Стоит такая поездка на катере 200 бат в две стороны. Туда и обратно. Вот, мы едем на катере GTS, кстати, самый лучший катер. Но это не стоит дороже, ребята, не попадайтесь. Также на острове мы арендовали байк за 300 бат, чтобы покататься по всему острову. Но дешевле вы байк взять не сможете, потому что дешевле вам могут дать только байк без бензина. Да, здесь на острове очень тоненькие улочки и много-много байков. Еще очень на острове чем полезен, тем, что здесь очень чистое-чистое кристальное море. Можно получить хороший загар за 1-2 дня, черный, не нужно мучиться загорать. И, естественно, хорошая экология и вкусная еда дешевая. Океан около острова впадает в Сиамский залив. Находится на экваторе. Это остров Калан. Сейчас расскажу, как на него попасть. Вам нужно доехать до пирса Балихай и найти лодки, которые едут до Калана. И все. Все очень просто. Пляжи, да, где Наташа были. Да, причал. Пожалуйста, на две порции нам хватит. И еще не попить. Но без сигарет. Также на Калане есть минимум 3 огромных пляжа. И они все очень разные. Одни, один людный, один безлюдный, один немножко заброшенный. Оказывается, есть еще и еще пляжи. Поэтому, я думаю, вы не соскучитесь на острове, потому что есть много разных на нем мест, где можно отдыхать. Еще огромный плюс этого пляжа. Вы занимаете лежак, он стоит всего лишь 50 бат. И вам приносят любую еду, попить, пиво, что хотите, на любой ваш вкус. И, естественно, когда вы уйдете, все за вами уберут. Очень хороший сервис. И это очень удобно. Что хотите, то и будет. Находимся на острове Калан в Таиланде. Сегодня прекрасный день, офигенная погода, волны, белый песок. Замечательно.
Вот. Советуем всем посетить данный остров и ощутить эту атмосферу. Дружелюбную, прекрасную. Мы сегодня ездили на байках по разным частям этого острова. Там было очень-очень интересно. Да, мы были на трех пляжах разных, совершенно разных. Они совершенно разные по своему формату, и местность везде разная. Где-то ты как будто в раю, где-то ты как будто в аду. Но в основном все очень-очень прекрасно. Да, также на острове очень много въезд в гору, поэтому приготовьтесь. Вот такой потрясающий вид можно увидеть на смотровой площадке. Вообще. About a hater when I feel like it. Not today, not today, not today. Да, желаем счастья, здоровья, успехов в личной жизни. А это, кстати, в видео попало поздравление, которое мы записывали для сестры Паши. Снимали красивый, потрясающий закат. Кстати, я заметила, когда в Паттайе или где-то происходит что-то очень невероятно красивое, у кого-то праздник, либо день рождения, и выглядит это очень потрясающе. Мы отправляем фотографию, поздравления, и все очень радостные. Еще раз поздравляем тебя с днем рождения. Прекрасная погода. Желаем всем самого хорошего, самого лучшего.
чтобы там было выкрано.